Приветствую, дорогие друзья! Сегодня вам покажу секретную комбинацию, которая вам поможет узнать уровень сигнала вашей сети. А дальше покажу, как ее понизить, чтобы вот это вот значение, уровень сигнала, был гораздо меньше. Поставьте видео на паузу, перепишите этот секретный код, звездочка, решетка, 4636, решетка, звездочка, решетка, и в конце ставим звездочку. Вы попадаете в вот такое вот секретное меню. Информация о телефоне – это первая сим-карта, информация о телефоне 2 – это вторая сим-карта. Здесь вы можете увидеть вот этот вот уровень сигнала. Чем он ниже, тем он лучше. Если у вас значение 70-85 максимум, то это отличный уровень сигнала. Если у вас больше 85, это считается уже плохой сигнал. На первой сим-карте видим вот такой вот сигнал, на второй еще ниже – минус 61. Как я его добился? Во-первых, если вы плохо слышите собеседника, если у вас пропадает сотовая связь, интернет слабый, рывками – вам нужно просто спуститься вниз и вот этот вот отключить мощность радиосигнала. Подождать, пока выключится сим-карты, пока он полностью отключится, досчитать хотя бы до 10 и опять его включить. Будет перезагрузка сотовой связи, вы вверху видите, что она перезагрузится, выключится, затем включится. Точно так же переходим на первую сим-карту, делаем такую процедурку из первой сим-карты, если у вас две сим-карточки. Ждем, пока у нас все выключится, дождаемся 10 секунд, включаемся, и у вас сигнал будет сотовой сети интернет. Интернета в разы лучше. А теперь показываю способ, как улучшить сигнал сотовой связи механическим путем, то есть без программ и каких-либо действий. Заходим в настройки, ищем сим-карты мобильной связи, выбираем ту сим-карту, на которой плохая связь, заходим сюда. И тут у нас, смотрите, предпочтительный тип сети, ставим обязательно 3G. 3G, он стабильный, лучше и качественней. Выходим назад, точки доступа APN, нажимаем на вот эту вот стрелочку, попадаем в секретное меню. Здесь нам нужно кое-какие манипуляции сделать, типа аутентификации поставить только на ЧАП, типа APN. Ставим default, запятая SAPL, протокол IPv4, IPv6, протокол IPv4, IPv6, и здесь вот у нас каналы все проставить, убрать не указано, и все проставить до пункта EVDBO. Нажать ОК, потом еще сохранить, перезагрузить телефон и наслаждаться хорошим качественным интернетом и сотовой связью. А с вами, как всегда, был ваш техноблогер. Присоединяйтесь обязательно на этот канал.